Полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков и еще 4 его пассажиров. Молодого человека пришлось ловить на трассе в Кусинском районе. Это кадры задержания. По данным ГУ МВД, изначально автомобиль просили остановиться сотрудники ГИБДД, но он пролетел мимо. Тогда правоохранители устроили погоню. Водитель, видимо, напугался, резко дал по тормозам и выскочил из авто, убежав в лес. Только вот скрыться далеко не удалось, его задержали вместе с 4 пассажирами. Я возвращался жена домой в компании со своей погодной. И вот эти люди, когда полиция начала там ездить, люди, получается, выбежали, кинули сначала мешок. То есть они к вам в автомобиль сели с мешком, как вы пояснили? Да. В ходе досмотра в машине было обнаружено 2 мешка. В них находилось 3,5 килограмма конопли. По данному факту следственным отделом УМВД России по Кусинскому муниципальному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция данной части статьи – лишение свободы на срок до 10 лет. Кроме того, на водителя составлен протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и «Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». В настоящее время подозреваемому в незаконном обороте наркотических средств избрана мера в виде обязательства о явке.